Но говорят, что у нее есть молодой человек, на несколько десятков лет младше, поэтому ее молодость сохраняется только таким способом. А какой другой способ? Другой способ может быть молодильные яблоки свои есть. У нее есть сын, у нее есть дочь. Естественно, не от этого молодого человека, а от какого-то. От какого, от старого? Итак, квест для вас, задание найти животное прямо здесь, вот, вот начинаем отсюда смотреть. Вау, квест! Какое животное? Жираф. Обезьяна. Обезьяна есть, она поближе сюда. Жираф! Осьминог. Кальмар. Крокодил. Нет. Это слон. Вот хобот плавает, будет текать вот в том слоне. А, ну да. Дальше. А, да. Дальше. А что они там прячутся? Прячутся. А прячутся, может быть, съезд временно наступила, романтика, может, предложение. Дальше, вот на вот это здание, взгляните. На что похоже? Летучая мышь, на самом деле. Да, задумка была такая. Осторожно. Итак, сама мадам Га, она, говорят, проживает тоже здесь. Ее дом, как думаете, в какой части находится? Самое красивое здание. Вы видите? Наверное, все красивые. Все безобразные. Вот ее дом, говорят. Сумасшедший дом. Сумасшедший. Или для сумасшедших? Для сумасшедших. Здесь такой воздух, что можно прожить долго с фридом составом. Да. Одна ночь примерно стоит на 30-40 долларов. Останавливаются самые большие экстремалы, те, которые чудаковатые, возможно. Есть специальные комнаты, которые связаны с ассоциацией с разными странами. Есть комната с медведем. Для каких гостей это рассчитано? Для россиян. Для россиян. Здесь комната кенгуру. Куда же? Ведет куда-то по каким-то катакомбам. И не можем выйти. Одни китайцы. Подождите, что с ним здесь что? Он какой-то очень. Комната. Вот какой-то, не знаю. Грут. Грут, что это переводится? Как? Как? Пойдемте дальше. Кто следующий? Идем дальше. В общем, тут вот столько ходов, но мы не можем теперь выхода найти из этого сумасшедшего дома. О, exit, выход. Russian матрешки. Russian медведь. С сосами, с медом. А матрешек нету. Russian матрешка. Путин. Не знает у нас вообще. Они здесь Путина вообще не знают. Чайник электрический, не чтобы самовар поставить.